Григорий Боздырев воевал на Сталинградском, Южном, Воронежском, Первом Украинском, Третьем Белорусском и Первом Прибалтийском фронтах. Участник Сталинградской битвы. В 43-м году во время форсирования Днепра сержант Боздырев отразил ожесточенные атаки противника, на стороне которого было 25 танков. Еще 5 подорвалось на местности, заминированной его отделением. За образцовое выполнение боевых заданий Григорию Боздыреву было присвоено звание Героя Советского Союза.